что вы сможете дойти до звания Империал Мастера, да? Более того, еще и способности нет. Что же делать? Важен талант? Ваша старательность? Обычно говорят выбрать одно из двух. Два из двух? Два из двух! Талант очень важен. Если посмотреть на наших предпринимателей, очень много тех, кто окончил только младшую школу или только среднюю, но стал краун-мастером, империал-мастером. Есть те, кто не ходил в школу, но очень хорошо ведут бизнес Атоми. Те люди не учились, но умные сами по себе. Но есть те, кто и с докторской степенью не знает, как сделать лучше. С точки зрения Атоми, есть люди с докторской степенью, окончившие лучшие университеты, но такие глупые, что это за люди, хоть и окончили хорошие школы, не знают никого, кроме себя, и относятся с презрением к другим. Это и есть глупость. Еще и бивают весь дух в партнерах, говоря: «Это все, что ты можешь?» А как поступают умные? Всегда мотивируют других. Говоря: «Какие молодцы!» Благодарят. Мудрость поощрять и продвигать людей. Но если среди вас есть те, кто думает: «Кажется, у меня нет прирожденного таланта», что тогда делать? Если нет прирожденного таланта, нужно же хотя бы стараться. Я как раз такой человек. У меня нет какого-то выдающегося таланта. Есть объективные материалы. Если взглянуть на мою успеваемость с младшей школы до окончания университета, можно увидеть объективные данные. Но я очень старательный. У меня не было выдающегося ума, нет. Я ведь создал систему вознаграждения Атоми. Что это? Старательность. Концентрация. Разве существует в истории сетевого маркетинга компания, имеющая более 10 миллионов членов с филиалами в 27 странах мира, продажами, превышающими 2 миллиарда долларов, и при этом ни разу не изменившая систему вознаграждения? Существует или нет? Нет, насколько я знаю. Я хотел сделать ее должным образом, дорабатывая систему вознаграждения. Я в течение 3 дней и 2 ночей не сомкнул глаз. Только таланта недостаточно. Поэтому слоган этого года: «Работай тщательно или отчаянно. Be excellent or be extreme». Итак, талантливые люди должны работать тщательно. Работать тщательно имеется в виду работать столько, сколько работают госслужащие. Даже если здесь есть талантливые люди, нужно работать по 8 часов в день. Что понимается под этими 8 часами работы? Время, когда вы звоните по телефону, встречаетесь с людьми, на встречах рассказываете о компании, видении бизнеса, о продукте, вознаграждениях. Вот эти 4 пункта. Для этого нужно иметь базовые способности. А что делать, если нет даже способностей? Тогда нужно прилагать максимум усилий. То, что есть талант, не значит, что можно ничего не делать. Более того, людям без таланта приходится это компенсировать усилиями. Не 1 из 2, а 2 из 2. Отношения – это все. Вы все знаете это выражение, верно? Отношения – это все. Но состояние души еще важнее. Есть такая поговорка, которую можно рассматривать как то, что в зависимости от состояния души меняется отношение человека. Взгляд человека, решившего обязательно добиться успеха, и бессмысленный взгляд человека, который погряз в ощущении жертвы, не могут не отличаться. Ключевой момент здесь – состояние души. Но проблема в том, что это состояние души каждый день меняется. Тогда единственное, что нужно – сохранять душевное состояние, быть твердым и ориентированным на успех. Как это можно сделать? Контролировать свое состояние души при помощи слов. Есть люди, которые постоянно говорят о смерти. До смерти трудно, до смерти не хочу видеть. Все время говорят о смерти. Он постоянно говорит о смерти не потому, что вкус его жизни похож на смерть.
а из-за того, что все время говорит о смерти, вкус его жизни становится похожим на смерть. Все начинается с языка. Жизнь, похожая на смерть, и такая жизнь неудачника начинается с языка. Тогда откуда же начинается жизнь успешного человека? Она начинается с языка. Поэтому всегда нужно говорить в позитивном ключе. Позитивная речь. Например, возможность стать империал-мастером. В мире нет человека, который на 100% уверен, что станет империал-мастером. Мысль о том, что не получится, всегда намного больше. Вам плохо верится, что получится стать империал-мастером? Тогда продолжайте говорить. Я стану империал-мастером, зарабатывающим 100 тысяч долларов. Буду зарабатывать по 100 тысяч долларов каждый месяц. Продолжайте это выкрикивать, господа. Цель должна быть большой. Видение должно быть большим. Есть люди, которые, встретив препятствие, говорят, что не смогут. Говорят, есть проблема. Есть люди, которые так говорят. Господа, тут сложность не уменьшить и не избежать. Отношения — это все. Важна ваша позиция. Важна, но именно душевное состояние определяет отношения. Но состояние души постоянно меняется. И именно язык его контролирует. Поэтому я и говорю, что важно, чтобы с языка шла позитивная речь, говоря, что все получится.